Привет, друзья и гости моего канала. Мы только что ездили за сеном, привезли два рулона. Нам заменили то неудачное сено, которое мы в прошлый раз купили. Погодка отличная, радует нас. Выпустила курочек погулять. Дети бегают неподалеку, пробуют найти ласку, увидеть. Пока что безуспешно. Куда-то спряталась малышка. Пушистиком я тоже открыла. Открыла дверцу. Пока что все стесняются, никто не хочет вылазить. Вчера вот почистила клетку, напихала сено. Не знаю, может кому-нибудь сгодится. Еще не придумала, кого туда поселю. Но фантазия у меня хорошая. Думаю, клетка пустой не застоится. Это пушистики сегодня снесли. Что хорошее? Сейчас схожу за ветками. Объели веточки все сосновые. Надо еще запастись, принести им побольше. Вот вытащили на улицу гнилой рулон. Надеюсь, новые рулончики будут хорошие. Также нашли докупить тюками. Тоже хотим, не знаю еще сколько, но пусть будет на запас. Что ты кричишь, крикунья? Крикунья ты. Ну что, моя болтушка? Не поняла. Носы грязные. Ёлку ели. Девчонки, вы что тут надумали? Я не поняла. Хвостиками машут. А? Не придумывайте глупости. Вам через месяц рожать обеим. Пока я тут хожу, снимаю, муж вытаскивает гнилое сено из гаража. Запихаем хорошее, потом посмотрим, куда новое китками сложим. Друзья, вы пробуете угадать, сколько будет у какой козочки козлят? Я думаю, что у моей селенки будет один крупный мальчик. Вот почему-то мне так кажется. У нее всегда были мальчики. Самой маленькой моей белочке я прогнозирую двойню. А такая маленькая, какая-то худенькая, хотя они все получают еды одинаково. Ну вот почему-то мне кажется, что двойня. У Милы, думаю, будет один. А у Феточки, думаю, двойня. Когда мы ее брали, у нее было двое. Потом у нее было четверо, трое. Сейчас мне кажется, что будет двойня. Ждать осталось не так много. Скоро узнаем, верны ли мои прогнозы. Может, кто-нибудь что-нибудь еще мне напишет. Сколько, думаете, вы будет у моих козюлек? Но так здесь хорошо на улице. Прям весна, весна, весна. Ехали по дороге, тоже зеленеет пшеница. Похоже на месяц март, апрель. Точно не на январь. А на сегодня все. Всем пока-пока.